Всем привет! Сегодня 8 марта и термометр показывает плюс 1 градус. Но погода еще та. Вот прогуливаются мои курочки и идет мокрый снег. А я иду смотреть свои запасы кормов. С вами Татьяна и канал «Мои хлопоты». Своих ушастиков кормлю как сеном, так и концентратами. Но я думаю, сена у меня достаточно. У меня разнотравье. Недавно закупила зерном. Тритикали и ячмень. Вот получилось у меня две такие бочечки. Ну, я думаю, на первое время достаточно будет. Овес сейчас не покупала. Так как не знаю, или это у меня кролики такие. Но овес они плохо едят. Кстати, ячмень тоже не очень. Лучше они едят тритикали. Пшеницу хорошо кушают. А сейчас иду к своим ушастикам. Там хранится комбикорм. Вот такой комбикорм я даю кроликам. Что? Что? Но комбикорм они любят. Это лакомство. Вот гранулированный у меня такой. Ну, какой есть. На праздник решила своих ушастиков покормить комбикормом. Как они его любят. И мне тоже нравится наблюдать, как они его кушают. Вот это моя Сара. Я уже поставила ей ящик, маточник. Вот, скоро она мне что-нибудь принесет. Она уже делает гнездо. И будем ждать окрола. Еще у меня одна самочка. Ириска. Тоже покрытая. И тоже будем ждать окрола. Маточник я ей тоже уже установила. И еще у меня есть две самочки, молотки, которые еще не покрыты. В охоту не приходили. Когда придут, не знаю. Им уже 5-й месяц. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Пишите, чем вы кормите ушастиков. Опыт у меня небольшой, всего около года. Может, что посоветуете. Кролики – это мое хобби. Если кто-то из вас увлекается ушастиками, давайте дружить каналами. Подписка взаимна.